Приветствую всех на канале Мотколот. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Там бабушка где-то помогает, мы работаем. Хотел все-таки сегодня рассказать, так как уже рассказал о ведре и пчелах, а еще не показал. Но сейчас вот на примере этого ведра мы расскажем и покажем, как это выглядит. Значит, ведро 50 литровое, насверленное отверстие для нужного диаметра. Вчера в обед тряслась пчела и после того, как стряслась, поставилась в подвал. В подвале ориентировочно плюс 10 градусов. Ночь простояли, вот сейчас утром мы хотим заселять. Ну, эти пчелы довольно-таки живые. Сейчас открою, покажу, как они выглядят. Вот так они выглядят. И сейчас, ну, конечно, таких пчел придется немного смочить, так как довольно живые, будут разлетаться. Тут есть нуклеус, тут есть черпак. Черпак, ну, от черпака не отталкивайтесь. Надо отталкиваться от веса. А вес это только методом научного тыка вы у себя подберете, так как у вас у каждого нуклеуса разные, каждого площадь сотов разная, каждого необходимости для, ну, для своей работы разные. И вам надо все исходить из себя. Если вы хотите одноразово вывести маток, вы можете одно количество кинуть туда пчел. Если вы на пару раз, значит, немного больше. И по-другому немного надо маток содержать. Например, если вы хотите пару раз вывести матку в одном маткоместе, соответственно, вам надо дать первой матке засеять или до, ну, не забирать ее до того времени, пока не будет или уже печатный расплод, или почти под запечатку. Соответственно, вот в наш нуклеус идет около 100 грамм пчелы. Сотики у нас получаются, ну, конкретно в этом нуклеусе 12 на 12 ориентировочно. Видим вощина, видим тут корм, канди наложили тоже в эти отделения. И вот так это выглядит. Так что, друзья, лучше бы, конечно, чтобы пчелы немного больше подмерзли, так как с ними более хорошо работать, не приходится их мочить. Но вот эти придется мочить, но, тем не менее, уже как получается, так и будет. Все, тут добавить больше нечего. Вот так это выглядит. Ну, сейчас покажу уже, ладно, как мочить буду. Есть росинка. Есть росинка, смочили. Тут около 2 килограмма, 200-300 пчелы. Вот так немного, друзья, смочил. И сейчас будем заселять. Если уже отходить от черпака, это вот столько, друзья. Все, друзья, думаю, это рассказал, показал. На этом будем заканчивать. С вами были вы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.